И снова здравствуйте. Порвали меня в утро сил, гадина. Давайте, топайте отсюда. Ну, сейчас подождем. Пока самые неторопливые придут. Топаем, топаем. Забавка на полдня. Изгнание коров. Ты их в одну дыру, а они в другую. В яблочки сразу. Когда же уже вас перестанут выпускать-то? Ну вышли отсюда. Вышли. Приходится лазить по чигирям. Да? Жмурки. Ушли. Выходим отсюда, девочки. Выходим. Так, не в ту сторону пошли. Проводим девушку, чтобы не заблудились, нигде раньше не свернули. Тебе что надо тут? Пошли вон отсюда. Фух. Моя уже так набегалась с утра за ними. Хозяин пришел забирать. Стадо не маленькое. И пока одних он сгонит, какой-нибудь кусок отщипится и ходит вот так вот по кругу. Ты их в одну дырку выгоняешь, они другую щель находят, да? Кошки, чё коров не гоняете? Все, пошли. А, вот. Пойдем сейчас еще девочек проводим. Хорошо, в этом году гусей нету. Гуси боятся коров. Просто кошмар как. Они коров, когда видят, щемятся в разные стороны. Сегодня выложу в IGTV полную съемку свою. Да? Девочки и мальчики. Чё стоим? Кого ждем? Всё стадо там, вы тут. Непорядок. Блин, по кругу идти. Али через забор лезть. Чё полезем? Все, через забор перелезла. Пойдемте, девушки. Так, не в ту сторону пошли. Сейчас развернем. Идем, идем. Провожаем девчонок до конца деревни. Все. Последние. На этом круге. А там посмотрим. Вон там еще идут. Уже тоже вроде уходят. Что все коровы где-то там, все стадо. Угу. Вон зовут их орут. Отщепенцев. Ай! Чуть телефон не потеряла. Ну, надеюсь, это все на сегодня. Мамку зовут маленький. Вот, там идут те, которых я только что с огорода выгоняла. Развернулись в сторону стада, пошли. Все, пошли работать. Есть, конечно, самые упертые, которые все равно возвращаются. Давайте, уходим отсюда, уходим. Малыши. Выходим, выходим, выходим. Не туда. Не туда мы идем. Абсолютно. Ой, кошмар. Тут ты самая умная. Самая умная. Дебилку нашла. Давай. Ау, скользко. Куда ты понеслась? Дурочка. Сейчас пойдет с другой стороны, обойдет, придет. С другой стороны там орут-то. Капец. Как я от вас устала уже за это утро.
Гадина. Иди давай отсюда. Часть телят ушли обратно на ферму. Они так и будут целый день ходить. Туда-сюда. Туда-сюда. Давай, прямо иди, прямо. Куда ты? Ты почему территорию не охраняешь? Котика. Пошла, блин. Кругом опять сейчас зайдет через огород. Стаси. Иди, гони коров. Спасибо.